все сажаем и поводок оставляем все-таки на всякий случай. Она тонет. Довольно? Да, да, да.
такую сейчас. Привезли маму. Худющую всю в клещах. И вот такого ребенка. Тоже худющий, страшный, маленький. А второго малыша они везли, завернув в мешок. Я развязала мешок, а он мертвый, он задохнулся. Здесь люди идиоты. Здесь люди живут идиоты. Вот привезли маму одного ребенка. А второй малыш мертвый. Он очень-очень костлявый и весь в клещах. Мама тоже вся в клещах. Сейчас мама водички напилась. Я не обижу тебя, маленький. Я тебя не обижу. Не бойся, малыш, я тебя сейчас отведу в другое место. Все будет хорошо. Не бойся, я тебя не обижу. Ты моя девочка. Я тебя не обижу. Да, моя хорошая. И твое дитё тоже уже будет в безопасности. Тихо, детка. Also hängt da wie ein Schlag Wasser in der Kurve. Na, jetzt tut sie natürlich den Kopf hoch. Aber das Schwänzchen geht immer. Sobald man sie anhört oder so, geht immer das Schwänzchen und sie sucht immer die Nähe. Wenn ich in meinem Sessel sitze, muss der Kopf da liegen, damit sie auch gekrault wird.